Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит» На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев Можно ли христианам заниматься йогой? Может ли йога быть просто физическим упражнением, а не духовной практикой? Йога – это очень интересное явление. Ее происхождение связано как раз с совмещением духовной практики и физических упражнений. В действительности сам термин йога это перевод слова, которое говорит о единении. Люди, которые изобрели ее, они говорили о единении души и тела. Они предлагали ряд упражнений, которые включают в себя определенные медитации и определенные физические занятия, которые позволили бы, на их взгляд, иметь сбалансированное отношение между душой человека и его телом. Таким образом, настоящая йога, ее невозможно отделить физические упражнения от духовной составляющей. أه, несколько слов о этой духовной составляющей. Эта духовная составляющая родилась на Востоке и, конечно же, в язычестве она имеет своей основой идею того, что человек сам по себе может достичь баланса, он может найти этого, этот внутренний баланс без Бога, без понятия греха, без понятия того, что человеческая душа сама по себе, она внутри повреждена, и ей нужно исцеление. Люди, отрицая это, они предполагают, что если они освободят свое мышление – посредством повторения, мантры повторяются, которые, опустошая разум, как бы выводят его на более возвышенное состояние. И сочетая это с определенными физическими упражнениями, вот тогда, по их опять-таки версии, человек и может прийти к этой внутренней гармонии. Если посмотреть на это явление, то, конечно же, Библия явно противоречит этому. Библия говорит о том, что отсутствие баланса, отсутствие гармонии человеческой души вообще, и, конечно же, с телом, и, конечно же, с окружающими людьми, связано с греховностью человека, связано с нарушенными взаимоотношениями человека и Бога. И поэтому Библия говорит о том, что этот мир, духовный мир, мир в сердце, он приобретается по-настоящему только тогда, когда человек через Иисуса Христа примиряется с Богом, во-первых, и во-вторых, он наполняет свою душу Божьим миром. Вот почему плод духа, который представлен в послании Галатам в 5 главе, 22 стихе, он включает в прежде всего любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. То есть когда человек по-настоящему познает Бога, его сердце преображается. Его душа наполняется гармонией, наполняется внутренним миром. К великому сожалению, далеко не многие христиане этим занимаются. И поэтому они исповедуют, казалось бы, Иисуса Христа, но этого мира и гармонии не имеют, к сожалению. Ну, это одна и очень важная сторона йоги и отношения к ней. Есть другая сторона. На мой взгляд, насколько мне известно, подавляющее большинство людей в западном мире, они подходят к йоге просто как к физическим упражнениям исключая ее духовную составляющую, а может быть даже и не зная, чаще всего и не подозревая о том, что там есть какая-то духовная составляющая. Так вот, вот эта сторона, она регулируется следующим местом Писания. Библия говорит в первом послании к Тимофею, 4 глава, я читаю 7 и 8 стихи, здесь сказано, упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. То есть, если брать только физическую составляющую этого явления или же сами упражнения, то к ним нужно относиться соответственно. В них может быть какая-то польза. Эти упражнения могут иметь какой-то оздоровительный эффект, поддерживающий, ободряющий эффект для организма, что, как уже мы сказали, имеет какой-то смысл, для того, чтобы человек мог функционировать нормально. Но здесь, если вы относитесь к йоге просто как к любым другим физическим упражнениям, здесь нужно быть очень внимательным, чтобы когда вы будете постигать это явление, чтобы вы вместе с физической, с физической стороной, с упражнениями, не проглотили ее духовную составляющую, которая, как мы уже отметили, абсолютно языческая. Помоги вам, Господь, в этом. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и Вконтакте.